директор Российского института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что сразу же после окончания войны в 2020 году Баку предложили начать переговоры о мирном соглашении. Редко в мировой истории страна, территория которой много лет находилась под оккупацией, силой восстанавливает справедливость, а после победы над врагом еще и предлагает мир. Мы предложили мир, несмотря на разрушение и уничтожение Армении наших территорий и страданий, причиненных азербайджанцам. Пашинян также на словах хочет мира, но его представления о мирном сосуществовании кардинально отличаются. Если Алиев говорит о причиненных страданиях его народу в прошедшем времени, то Пашинян продолжает играть на теме карабахских армян, нагнетая ситуацию и ставя под сомнение их мирное будущее в рамках азербайджанского государства.